Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1479. События дня. Откровение 1.17.18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и все жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». За 30 декабря 2019 года обращение о помощи. Староста очень хотел бы, я об этом настаивал, обратиться за помощью. Может быть, найдется человек добрый, богатый, купить ему комбайн. Ну и о нем, о Игоре 4, о семье его 4 ролика. Вот так. Ну и дальше пишет, вот, кто еще пишет, это наше, как называется, чат. Это содружество. Тут интересная мысль. Курсором останавливайте, чтобы было где-то, я
Это Вячеслав, новый человек, Семенов, это он о нашей переписке так пишет.
Вот что было в прошлый день. У меня один материал взяли, выставили. Воспитание воспитателей. Ну, оно там скучное так, мелкие буквы. Я отдельно выделил и начали считать. Сергей Павлович сейчас насчитывает его. Получится ролика 2 или 3. Утром едва закончил. Места писания все эти выделить надо было. Ну, на этом все.